Приветствую всех на канале VGames, и мы продолжаем проходить Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations, и у нас на повестке дня The Tale of Naruto Uzumaki. История Узумаки Наруто взрослого. Начинаем, ребята, подпишитесь на канал и поставьте лайкос, если вы это еще не сделали. Well. Чё-то такого не было в других историях. Прям вот таких катсцен. Я не знаю, стоит ли это пропускать как-то или нет. Может, в этой истории будет больше катсцен? Эпично, эпично. Сокунива, кизнага атта. Они поделились связями. И они стали друзьями. Саледо. Но потом. Короче, я залип на листья и пропустил. Кому-то Парень подрастал и становился сильнее. Вернувшись в деревню скрытого листа, История Наруто Узумаки начинается. Чувствую, это будет долгий эпизод, потому что это главного персонажа истории. Как будет долго, думаю. Саски Учиха пропал. Наруто отправился с Джирайей становиться сильнее, чтобы вернуть своего друга. Вернувшись в деревню скрытого листа, спустя 3 года, Наруто встретился со своей партнершей по команде Сакуры и старыми друзьями. Но позже лидер отряда 7, Какаши Хатаки, отправил их на тест, боевой тест. Наруто и Сакура отправились на тренировочное поле. Ну что ж, похоже, в этот раз мне придется быть серьезней. Мы не проиграем. Верно?
Готовьтесь. Так, навевает воспоминания. Недавно ж проходили первый сезон. И там тоже был тест. Как обычно, не использовать Ultimate Jutsu. Ой, пробуждение. Вернее, нет возможности. Ух ты, тут темно на этом тренировочном поле как-то. Сакура. Да. Ну-ка же, спокойней. На. Сакура. Жалко, нельзя переключаться между боевыми единицами. На тебе, девятихвост Расенган. Какаш-сенсей, вы видели это? Вот о чем я говорил. Так, ранг С. Неплохое начало. Новое видео разблокировано. Рок Ли, Тенден, Ультимейт Дюцу и Золото. Также карточки. Продемонстрировав свою силу против Какаши-сенсея, Наруто и Сакура отправились на миссию как члены команды номер 7. Что ж, новая эра наступила в деревне Скрытого Листа. Однажды им поступило задание по поискам Гары Казекаги из деревни Песка. И Наруто и остальные отправились. Казекаги был похищен секретной организацией, известной как Акацки. Команда Се нашло убежище Акацки. Только у них на пути стал старший брат Итачи. Это брат Учиха Сасуке. Он был членом Акацки. Он прибыл, чтобы остановить их. Наруто, встретив лицом к лицу Сасуке, ой, твой Итачи, я никогда не думал, что мы встретимся здесь, Итачи. Ну, теперь ты умрешь. Я тебя вынесу. Ага. Играем за Наруто, нам помогает Какаши в борьбе с Учиха Итачи. Какаши. Так. Итачи, опять твои вороны. Ну что ж, Какаши, твоя очередь. Какаши. Расенган. Да это сделал тебе огромный Расенган. Так. Ну
Возможно, теперь, думаю, можно делать Ultimate Jutsu. Не успел он поменяться клонами, воронами. Так, ну что, пока тоже ранг С. Новый персонаж Чио. Чио Рио. Победив Итачи, Наруто и остальные продолжили свой путь и встретились с похитителем Гары, Тейдерой. Бой за Гару начался. Акацки. Вы, глупцы, я уничтожу вас со своим искусством. Верни Гару обратно. Ну, Наруто начал уже все. Немножечко выходить из себя. Окей. Какаши. Ну, Дайдара, хорошо. Ты попытался увернуться. Только не спамь, пожалуйста. Я сейчас попытаюсь тебя убить. Так. Какаши. На тебе клонов. Последним попал. Отлично. В команде с Какаши получается очень хорошо работать. Пауки. Грёбаные пауки. Хорошо, от меня-то ушел, но тебе Какаши пойдет. А, Какаши тупо тебя не достал. На тебе. А, сейчас мы сделаем совместную технику. Командный абсолютно дзюцу. Вот так вот. Отлично, теперь могу спасти Гару. Ранг С. Так, персонажи новых. А, новые персонажи Киба Инузука, Шина Абурами. Теперь можно играть за них. Победив Дейдару, Наруто разыскал Казекаги. Наруто вернулся в деревню. Но не было времени для отдыха у команды номер 7. Вместе с Ямато, заместителем Какаши и новым членом Саем, отправились на мост Тенчи.
на следующую миссию. Надо было найти, встретиться со шпионом Акацки и забрать донесение. Но их ждало. Кабуто Якуши, шиноби из деревни скрытого звука, и Орочимара, человек, который забрал Саски Учиха. Увидев Орочимару, Наруто пришел в ярость. И девятихвостый демон, который томился в нем, начал пробуждаться. Какая интересная чакра. Блин, странно, что не показали сражение против Сасори. Возможно, это будет сюжет другого персонажа. Но мы будем сражаться прям за четырёххвостого. Вот это интересно. Ух ты. Ну тут надо как следует не подкачать. Да господи, ты попадешь по нему хоть раз? Ой, какой тупой. Даже обычный персонаж не в пробуждении лучше дерется. Я не понимаю, что это было вообще. Я должен быть устрашающим лисом. Ну это разве бомба хвостатого? Это бред какой-то. Даже не могу кунай отразить. Вы что? Мне будто не чакра девятихвостого, а чакра ложка какого-то. О боже. Блин, какая грёбаная механика в этом генерейшене, это просто ужасно. Играть невозможно. Во что он захват не смог сделать за то, что я в режиме. Надо добить его хотя бы дзюцу обычную. О боже, что-то его не добил. Ну давай последний раз. Ультимейт Дзюцу он не может использовать в этой форме, к сожалению. Отличная речь. Бэшка. Да. Очень жаль. Очень жаль. Хотя потенциал у четырёххвостого такой, что, блин, можно было затащить. Нейджи и Хината доступны. Либо просто я не умею им играть. Вот и все. В общем, Орочимару бежал с Тенчи Бридж. Наруто и его команда продолжили путь, преследуя Орочимару, проследив до его убежища. Тут произошел взрыв. Перед его глазами появился друг, которого он так долго разыскивал, Саски Учиха. Наруто начал звать его обратно в деревню. Но
Саске интересовала только месть Учиха Итачи. И они встретились в поединке. Саске? Почему? Только мои цели важны. Я буду стоять на своем. Я уничтожу тебя. Наруто. В любом случае. Что-то там. Что-то я посмотрел и случайно пропустил. Так. Ну, тут сюжет, наверное, на часа два, наверное, растянется. Это же основная сюжетка Наруто Узумаки. Окей, Сай, посмотрим на твою новую силу. Ты же... Ясно. Начало не очень. Но уже почти без подмены. Лови клонов. Сай, рисуй давай быстрее. Как тебе такое, Саске? Спасибо. Не хочу Катун. От всего увернулся. Кроме последнего клона. Отлично, думаю, можно убивать. Отлично, финальный удар. Возможно, будет ранг S. Саске, почему? Почему ты? Да. Нет, ранг S было 590% хп. Ладно. Любитель секретных техник. Титул открылся. Сай и Наруто. Персонажи. Очень интересно. Команда 7 сразилась против Саске. Но Саске не стала слушать Наруто. Вместе с Орочимаро Саске исчез с глаз Наруто. Саске отремодосунива. Что? Что это такое? Наруто стал тренироваться с Какаши, чтобы изобрести новое дзюцу. Тем временем... Еще два члена Акацки прибыли в деревню Скрытого Листа. Цунада отправил отряд, чтобы уничтожить их. Но против могущественных Акацки они ничего не могли сделать. Наруто Узумаки решил сам вмешаться. Что ж, ты и есть девятихвостый. Похоже, у тебя неприятности.
Я тебя прикончу своей новой техникой. Так, вот так у нас быстрые события перешли к сражению Наруто против Какузу. Ребята, ставьте лайк, если вам нравится Какузу. Погнали! Чё ты своими нитками бьёшься? На тебе! Взрывная бомба. Какая-то штука. Чтобы ослабить его защиту, по идее. Как эта штука назад стреляла? Так. Нижняя комбо. Сейчас я себе атаку подниму. И мигом. Да что это такое уворачивается так еще? А, ну неплохо. Зато Расенган снял нормально ему. Давайте теперь еще новое дюцу. Не достали. Ты еще хотел у меня ульту сделать, да? Дружок. Отлично. Я становлюсь сильнее. Ашка. Чуть-чуть не хватило до S-ранга. Наруто Расен Сюрикен, новый персонаж. Ультимейт Дзюцу. Рио. Благодаря появлению Наруто, Какуза был уничтожен, и мир вернулся в деревню песка, скрытого листа. После небольшой передышки Цунада дала команде номер 7 следующее задание. Нужно было отправиться на поиски Саски. На поиски Саски, Наруто и остальные отправились в лес. И они столкнулись с очередным членом организации Акацки. Его звали Тоби. Он поприветствовал Наруто и остальных. Наверное, так, если я не ошибаюсь. Вы серьезно думаете, что сможете меня ударить? Да ну ни за что, без шансов. А что, серьезно, Акацки? Какаши? Ну что ж, не будем тратить времени. Я сейчас тебя уничтожу. Ну, как обычно. Вперед, конечно, не такой, но что-то в этом роде. Да, я помню эту встречу в аниме, это было прикольно. Ямато, капитан, помогите. Блин. Тоби, не убегай. Ямато, Какаши. Сейчас усиленные атаки. Ну вот, Какаши заступился, вернее, Ямато. Огромный Расенган.
И все, можно его добить. Это было легко и просто. И очень быстро. Уйди с дороги. Блин, опять Ашка. Новый персонаж Ямато. Какаши, как поддержка. Повеселившись с Наруто, Тоби исчез, оставив еще больше вопросов, чем ответов. С исчезновением Тоби, Наруто и остальные отправились продолжить поиски на Саске. В конце концов, они нашли его. Они не нашли его. И вернулись. Каждый день Наруто короче, что-то расстраивался он очень сильнее и сильнее. Джирайя умер в поединке. Как быстро события шагнули вперед, я в шоке. Наруто отправился на тренировку. Ему нужна была сильнейшая сила. Он решил отправиться научиться искусству Санина. Тем временем деревня Скрытого Листа была атакована лидером Акацки, Пейном. Деревня не смогла устоять перед силой Акацки. Блин, надеюсь, не очень громко, а то меня, наверное, нифига не слышит. Так. Посреди тумана появился свет. Это был Наруто Узумаки вместе со своим новым могущественным дзюцу, режимом Санина. Пейн. Это Пейн убил Джираю. Ты Пейн. Ты тот, кто убил извращенного отшельника. Твоя смерть принесет мир. Просто поддайся. Давай закончим с этим. Сейчас будет Наруто против Пейна. Так, атака Пейна плюс 40%. Амилити пуш не надо мне. О! Да тут потом переделывали персонажи. У них новые варианты атаки. Комбинации. На тебе, двойной Расенган. Двойными расенганами пользуются. Не-не-не. Да я нажал у ворот! Нет! А как ты посмел прийти в Коноху?
Я уничтожу тебя. Пора закончить. О, как он эпично сделал Шинра Тенсей. Пару секунд не хватило. Пару миллисекунд ему не хватило, чтобы он оттолкнул. Класс. Восемнадцать процентов здоровья от Сэран. Но этот был бой эпичный. Новый персонаж Наруто, режим Санина, Ультимейт Дзюцу и Рио. Масани, Тенчи о Юругасу Иссен ва. Бой закончился тем, что Наруто Узумаки выиграл. Мир, наконец, вернулся в деревню Скрытого Листа. Тем временем, большие изменения приближались в мир. Короче, приближались большие изменения. Деревни больше не могли игнорировать угрозу, как Акацки. И Саски. Совет Пятикаге собрался, чтобы обсудить их тактику. Наруто хотел вроде отправиться попросить, чтобы Саски простили, но на пути встретился Тоби. Тоби назвался своим настоящим именем Мадара Учиха и рассказал, что он манипулирует Саски. Девятихвостый. Наруто Узумаки. Посмотрим, как сильно ты научился. Что ты сделал, Саски? Я типа не понял, я что, не могу использовать Ультимейт Дзюцу? Ага, я не могу делать Ультимейт Дзюцу и пробуждение. А этот придурок в пробуждении? И плюс еще с усиленной атакой, вы что, охренели? Где баланс? Что это за дичь? Я, конечно, вижу, что у меня пилюли какие-то есть. Но пока надо оттолкнуть этого чувака в маске. Да куда ты ушел? Мадара, это нечестно. Совсем нечестно. С такой-то силой против меня. Я не могу ничего сделать практически. Ну конечно. Ты можешь двигаться. Капец, вот это условие. Я в шоке просто. Ну. О боже, это было непонятно. Я в шоке, как я вообще выиграл. Ой, бляха, муха. Вообще, не Ультимейт Дзюцу, не пробуждение. Это что такое вообще?
Новый персонаж Тоби. Отлично. Оценив силу Наруто, Мадара сказал несколько слов. Саски Учиха. Что-то связанное с ненавистью, короче. Мадара исчез. Саски больше не тот Саски, которого Наруто знал. Что же Наруто еще может сделать? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, Наруто отправился дальше. Его воспоминания о члене команде номер 7. Все. Его связь с Саски. Миллионы мыслей в голове Наруто. Он скакал по деревьям, пока не встретился с Саски Учиха. Тот, кто пробирался сквозь свет, и тот, кто пробирался сквозь тень. Чтобы получить ответы, Наруто пришлось сразиться с Саски. И что же это будет за ответ? Ты, Коноха, я уничтожу вас всех. Еще чуть-чуть. И я получу ответ, я чувствую это. Саски. Здесь Саски весь в ненависти, это точно. На данный момент, да. Только получил силу Итачи, по-моему. Что? Опять ультимейт дзюцу нельзя делать? Какой? Какой интун Сусану Кагицучи? Даже не Сусану, а просто Кагицучи. Саски, не отталкивай меня. Я должен с тобой поговорить. Вернись, Коноха! Да, мы сейчас в космос улетим. Яросинган. А он может сделать пробуждение. Успокойся, даже не думай об этом, Саски. Никакого пробуждения, я не переживу Сусана. Я вообще без ультима идет, а ты Сусана сейчас будешь делать? Я думал, сейчас мне еще ультанет. Теперь все становится яснее. В Шторме 3, конечно, это было круче сделано. Там были босс-батлы и все вот это. Но здесь зато прикольно тоже все равно по сюжету, что можно посмотреть кадры из аниме. Некоторые озвучки. В Наруто Узумаки... Ничего себе, Five Kage Summit, даже такая версия здесь, оказывается, есть, я даже не знал. В дальнейшем не было такой версии, по крайней мере, она так не называлась. Версия совета 5 Kage. В общем, мне интересно посмотреть сюжет в любом случае.
пересматривая друг другу в глаза, пока наконец-таки Мадара не появился и не унес Саске. Саске уже был во мраке.答えを得たナルトの表情は柔らかく、いずれ訪れる退治の時に向けてナルトは再び歩き始めようとしていた。 Что ты знаешь обо мне? Ты не можешь меня понять. Саске. Просто не стой меня на пути, ты глупый. Чё, как ты меня назвал? Держи. Не хочу, чтобы мы проиграли за то, что ты голодный. Почему ты меня спасаешь? Я не знаю, мое тело просто само шевелилось так. У меня не было времени думать, неудачник. Ты единственный, с кем бы я хотел сразиться. Надо... А, блядь, я не начал на английском говорить. Я хочу, чтобы ты сразился со мной. Почему? Что с тобой не так? Эй! Кто ты такой? Я твой друг. Пожалуйста. Пожалуйста, верни Саске назад. Ниндзя, который не может позаботиться о друзьях, хуже, чем мусор. Саске вернулся к нам, потому что он этого хотел. Мои связи. Ты хочешь вернуть его назад в деревню? Пришло все закончить с этим боем. Пришло время закончить. Я смотрю картинки такие залипательные и пытаюсь читать и не понимаю вообще. И в итоге опять они сразились. Минато говорит, и Джирайя. Наруто, я верю в тебя. И это он сидит у водопада правды уже, что ли? Или как это называется? А, ничего себе, как они переместили события. Сейчас он будет контроль девятихвостого делать в себе. Я никогда не сдамся. Не сейчас, никогда. Я буду протягивать тебе руку, пока ты не возьмешь ее. Да, это оно на острове Черепахи. И мы снова будем вместе.
Верующий надежда. Верующий в лучшее будущее. Че, все что ли? Я-то думал, сейчас еще играть и играть-то будем. Нет? Все? Я в шоке. Я думал, все это будет подольше. Tale of Jiraiya, что-то там... походу, новая глава. Новая глава, история Джирайи открылась. Ага, да-да-да-да, смотрите, ребята. История Джирайи. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, пишите комментарии. Надеюсь, вам понравилось, простите за мой ужасный английский. Всем пока.